Руководителя Новотошковской военно-гражданской администрации Сергея Шакуна обвинили в казнократстве. О проделанной работе и визите правоохранителей он рассказал громаде. На встрече побывала Юлия Тинеева. Центр поселка Новотошковская. Руководитель военно-гражданской администрации Сергей Шакун отчитывается о проделанной работе. Из многоквартирных домов, их 41, поменяли окна и перекрыли крыши в 39. Жители неотремонтированных домов написали жалобу о том, что в поселке ничего не делается. На нее отреагировали правоохранители и открыли уголовное производство, обвинив главу администрации в казнократстве. Написали то, что мы строим, не строим, вставляем. Окна не вставляем. Ну, это решать вам, жителям поселка. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, если не знаете. Я прошу создать комиссию, чтобы эта комиссия произвела расчеты не только по одному дому на Куйбышево 18, а по всем объектам здесь, в селище Новотошковке. И чтобы для жителей Украины дали ответ. Виновата військово-цивильная администрация? Нет. На встрече жители поселка о случившемся знают немного, но работу по восстановлению видят. Всем не угодишь. Все делается. Крыши новые, окошки, канализации меняют. Столбы поставили там, в тех домах. Крыши вот покрыли, трубы наладили, потому что было все поразбитое. Окна поставили, это очень большое спасибо. На, так, и так, вот, сейчас банк открыли, ремонт клубу сделали. Очень хорошо стало. Напомним, что в первых числах февраля силовики изъяли документы администрации. Представители правоохранительных органов ничего не комментируют. Юлия Тинеева, Вадим Цветков, Подии.